возможностей 3D. Несколько минут, и аппарат восстанавливает точную картину расположения сосудов в формате 3D. Но вот этот просвет сосуда, он абсолютно неоднороден. И вот здесь мы видим его в разрезе. Сужение коронарных артерий приводит к ишемической болезни сердца и часто заканчивается инфарктом. Распространенным методом лечения стенозов является стентирование. Новая методика даст возможность восстановить точную картину, что сделает диагностику быстрой и точной. Аппарат поможет повысить качество исследований и жизни пациентов. Такой подход, дифференцированный и очень индивидуальный, позволит более точно и корректно провести терапию любого пациента. Это аппарат, который считает кровоток до стеноза и после стеноза. И на основании этого уже можно принимать правильное дифференцированное решение о том, стентировать артерию или нет. Такая методика позволит кардиохирургам оценить тяжесть сужения коронарных артерий. С этим аппаратом мальпозицию стента мы точно сможем свести на нет. То есть это мельчайший датчик, все это делается через инструмент диаметром 2 мм. То есть вот этот датчик проводится в сосуд, и он изнутри смотрит стенку сосуда. Ведь если вдруг стент поставлен неправильно, не прилегает к стенке сосуда, или мы недопокрыли бляшку, то есть все это видно абсолютно точно. В Самарской области ежегодно порядка 5500 человек переносят инфаркт миокарда. Специалисты отмечают, факторов риска этого заболевания несколько. Один из них – жара. Жаркий период. Людям нужно дополнительно все-таки обильное питье. То есть нужно больше жидкости. Коррекция лекарственной терапии, как правило, не требуется. Только в рамках того, чтобы снизить объем принимаемых препаратов, которые снижают артериальное давление. Но это, опять же, можно делать только по согласованию со своим лечащим врачом. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из важнейших направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В рамках НАСПроекта в прошлом году областной кардиодиспансер получил новое современное оборудование – компьютерный томограф и ангиограф. Татьяна Пудова, Владимир Терентьев, «Новости губернии».